Всем привет, дорогие друзья, подписчики моего канала. Как обещал, продолжаю контролировать вес моих крольчат. Это те же самые вот, крольчата. Посмотрим. Им сегодня ровно месяц. И больше из такого чисто спортивного интереса, ну, для себя в целом, хочу посмотреть примерно какой вес. Вот. Круглые, красавцы. Если помните по прошлому ролику, вот этот кролик с покусным ухом, получается, был немножко побольше, немножко помощней. Вот. Ну, зрительно, ну, примерно одинаковый, но мне кажется, вот уже этот стал догонять. Вот как, получается, выросли они. Уже стал пошире. Стала пошире поясница, набрали веса, голова стала уже побольше. Ну вот, посмотрим примерно. Хочу сразу оговориться, никаких там полнорационных кормов не использую, поэтому такой средний бюджетный комбикорм для кролика, плюс немножко травы, немножко сена и иногда какие-то... Получается овощи. Ну, давайте посмотрим, что у нас получается. Так, 0. Сейчас мы выставим свет, чтобы видно было по нулям. Ну и первый богатырь пойдет на весы. Килограмм 250 грамм. Вот, это обычная Калифорния. Калифорнийский кролик. Конечно же, хотелось бы еще до идеала дойти, но будем стараться, будем выводить породу, следить за экстерьером, за всеми современными такими нюансами и стараться поддерживать вот чистоту крови и добиваться хороших результатов. Сейчас, конечно же, работаем в целом больше на мясо, конечно же, поэтому больше интересуют вот эти привесы, поэтому я этим сейчас вот и занимаюсь, анализирую, чуть-чуть экспериментирую, пробую уплотненные акролы, смотрю, как лучше, как хуже, набиваю свои шишки, потому что экспериментов довольно-таки много. Буду потихонечку рассказывать на канале о них. Так, ну посмотрим тогда уже второй. Так, этот должен был быть потяжелее. Так, килограмм 250, а этот у нас будет... А вот он уже и отстал немножко. Уже на 100 грамм он отстал. Казалось бы, весил больше, а сейчас немножко уже отстал. Ну, буквально получается 100 грамм, но уже стал отставать, хотя был таким вот доминирующим. Еще важно, кто из них самка и самец, я пока не смотрел, просто выбрал более-менее одинаковых крольчат из помета, вот, поэтому в целом вот в месяц мы проконтролировали. Так, давайте еще и раз поднимем, посмотрим. Так, ну такие есть. Так, и второго еще раз посмотрим, и второго бандита посмотрим еще один раз. А килограмм 250, килограмм 150, 130 получается. Вот в месяц. Действительно, реально, даже немножко за килограмм перевалить. Поэтому вот они малыши, вот они красавцы. Среднемясная порода кроликов – это то самое лучшее, наверное, направление на мясо. Дальше постараюсь в роликах проанализировать, какой вес у белого панона из моего хозяйства. И тоже поделюсь результатами. Вот, милота просто.
Просто милота. Подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы. А я постараюсь, в свою очередь, почаще снимать ролики. Всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующем ролике. Всем пока.